Привет всем, с вами Дарт. Теперь мы в морском парке сегодня. И кроме, ну вот как раз я что и говорил в предыдущей серии, значит, гигантозавра можете выиграть. Желаю вам удачи. Так, ну кроме новых эволюций в этой серии мы посмотрим, по-моему, двух новых животных. Так, ну что ж, поехали по порядку. Морской скорпион был размером с некоторых современных крокодилов. Он выглядит очень голодным. Так нельзя это так оставлять, так. Типа, ты любишь природу? Типа, я смотрю, ты очень любишь природу. Спасибо, да. Я очень хотел стать отцом. Точнее, я был хорошим родителем, когда Келли там в детстве что-то там непонятно. Так, господи. Ха-ха-ха. Значит, наш морской скорпион будет красного цвета с такими бирюзовыми пятнами в строгом порядке, которые даже, можно сказать, расположены. Значит, сила 890, здоровье 6230, урон 481 до 2887. Что ж, поехали дальше. Платикарп. С греческого переводится как плоское запястье. Он у нас будет такого голубоватого цвета с желтой полосой и пятнами по всему телу. Так у нас будет выглядеть платикарп на последнем уровне эволюции. Сила 176, здоровье 1660, урона 164 до 986. Так, следующий тилозавр. Во рту у него была вторая челюсть, которая служила для удержания добычи. Но не только тилозавры, а все мозазавры были снабжены такой второй челюстью. Значит, он у нас тоже будет такого бирюзового цвета с желтыми пятнами по всему телу. Желтыми полосками, точнее. Значит, так у нас будет выглядеть тилозавр на последнем уровне эволюции. Сила 180, здоровье 1800, урон 226 до 1360. То есть они уже идут довольно-таки сильные. Так, да. Два новых животных. Спрут. У него было два щупальца для захвата добычи, они были длиннее остальных. Ну, это, мне кажется, знали все. То есть у нас он будет такого красного цвета с бирюзовыми пятнами по всему телу. Боюсь, я рыбы мало купил. Значит, так у нас будет выглядеть колоссальный спрут на кальмар на последнем уровне эволюции. Сила 970, здоровье 6790, урон от 524 до 3146. Так, идем дальше. Эласмозавр любил добычу, ловил добычу, заставляя ее врасплох. Он нападал снизу, поэтому глаза у него были на крыше черепа. Значит, он у нас теперь такой синий с черными пятнами. Пятнами, полосками по всему телу. Да.
следующей серии увидеть его на последнем уровне эволюции. Так, дальше. Метриоринг. Универсальный едок. Он охотился на морских, летающих существ и даже падали, когда была возможность. Питался падалью, когда была возможность. Значит, он у нас такой серый, темно... Нет, он у нас такой темно... светло-коричневый, с серыми пятнами. Непонятный какой-то цвет у него, если честно. А, это... Светло-зеленые такие пятна, а сам он такой серый. Все, теперь вижу. Просто он сам такой маленький, незаметно. Ксифактин. У него были 3-дюймовые клыки, которые были скрыты позади подобной бульдогу челюсти. Что он у нас такой зеленый со светло-фиолетовыми полосками по телу. Так, значит, дальше у нас новый вид. Это, по-моему, мегалодон был во много раз больше, чем современная большая белая акула. Нет. О, долбаная галочка. Нет, не хочу. Так, ну вот у нас такая серая акулка. Так будет выглядеть мегалодон на 10 уровне эволюции. Довольно крупная рыбина, если честно. Так, и мозазавр. Название азазавр означает лизер, ну, ящерица Миус. Это название места, где он был найден. Возможно, я неправильно произнес. Мозазавр является самым сильным морским животным в этом парке. В морском парке. Так, ну, значит, серый такой невзрачный. Так у нас будет выглядеть мозазавр на 10 уровне эволюции. Что там хочет Келли? Она считает своего отца троглодитом. Яблоко и дерево. Когда я учила морскую биологию, мое свободное время, я тратила свое время. Я прошу дать мне руку, окей. Нужно накопить 5000 монет из животных. Так. Темнота и... Точнее, дух и шум. Я... Тихо, я, кажется, слышу что-то. Приближается, и оно стоит за мной. Пошли со мной, я думаю, это стоит увидеть. Нужно поместить 2 декорации и накопить опять какое-то количество монет. Так, ну давайте. Чё париться-то особо? Так, понял. А, продать. Ну, ладно, сейчас продадим. В следующей серии, если не будет никаких, скажем так, обновлений, то я буду начинать уже побольше покупать животных, которые идут не из золотой лиги,
животных из стандартного парка, то есть которые стандартно даны за очки. Покупать. Это просто мое воображение. Так. Временами я думаю, что моя дочка играет на моих нервах. Я вот все попробую не прогнать ее с острова. Так. Или нужно было собрать. Вот, все я выполнил. Где моя награда? Понятно, какой-то глюк она мне награду давать не хочет. Ну что ж, ладно. Много ли животных мне осталось? Ну это все за деньги куплены, за деньги. За деньги. Вот. Я недалеко ушел. Лицихтис, базилозавр. Некоторых еще даже надо открыть. Так, ну что ж, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачи.